Ну а если хочешь получить халяву на сайте MyCSGO, в поле промокод вводи промо STR777 и получай плюс 40% к своему депозиту. Хочу найти два равносильных сайта, которые будут одинаково окупать слово баланса. Сегодня сравнение сайтов Skinbox MyCSGO по 500 рублей на каждый баланс. Приятного просмотра, подписывайся обязательно на канал. Кстати, промокод на Skinbox, по-моему, вот такой вот. 33BL33, который дает плюс 33% к пополнению. Так, чисто между делом. Сходу хочу 5 кейсиков открыть актуальных по 25 рублей на 125 рублей в итоге. Просто посмотреть, что по шансам. Может ли он нас на чуть-чуть хотя бы окупать, хотя бы там, не знаю, рублей на 50 с одного кейса. 96. В принципе, еще разочек можно позволить его открыть. 300 есть. Следующие 300 хочу потратить на 3 кейса по... Отлично. Воу, вот это хорошо. Сейчас рублей на 350, наверное, он навалил, да? На 565 рублей. Неплохо. Слушай, давай-ка попробуем еще раз с фастиком. 165, 160, 110, ничего страшного. 195, отлично. 130, ничего страшного. 149 плюс-минус 0. Ну, пока я тебе скажу, что 800 рублей плюс 3 соточки мы с вами залутали. О, один бесплатный кейс. Поехала, жара, давай. Ну-ка, бесплатный, навали-ка что-нибудь. Что-то, да. Я даже на MyCSGO, по-моему, не открываю бесплатный кейс. На кейс батле не открываю. Надо посмотреть на всех сайтах, сколько у меня где бонусов есть на то, чтобы открыть бесплатные кейсики. Так, где этот кейсик? Все или ничего? 599 рублей. Поехали-ка обратно попробуем. 260 рублей на балике. Что-нибудь тайное хоть раз, дай хоть раз. Я тебя не прошу дать мне тайны там за 2-3 тысячи рублей. Просто дай мне тайны за там за 800 рублей. Плюс там сотку сделал, я не знаю, но не обязательно сразу прям в хлам сливать. Так, хватает нам на два раза. Конечно же, эти два раза будут неуспешны. Я больше чем уверен, что сайт такой, типа, я тебе даю возможность. Ты за нее не хватаешься. Василиск, 3 сотки. Это 2 сотки может стоить. Ну, в принципе, смотри, как происходит. Он, короче... Подожди, я хочу проверить еще разочек. А может быть, ты сейчас 906, здесь 999. Ну, давай попробуем. Последний раз. Последний раз на этом сайте я открываю этот кейс. Если он сейчас меня не окупает. Он меня не окупает, он мне дает опять ширп. Это вообще дерьма кейс какой-то. Даже вот я не знаю, дал бы он мне вот этот дигл, который стоит вообще шляпу, по сути. Ну, он стоит реально херню. 315 рублей. Слушай, ну, если мы по КД вот так вот будем делать, у меня будет возможность выбить какую-нибудь пушку стоимостью где-то там плюс-минус 1500-2000 рублей, то норм. Опять на 8 соток выдал. Почти на 8 соток. Да, я сказал, что я больше его не буду открывать. Да и ладно, больше не буду его открывать. Так, что мы можем? Давай сет победителя попробуем. 300 рублей. С этого кейса мне выпадала норм пушка за 1000 с чем-то рублей. Не помню, какая-то из калашей. Это М4А4 The Solar Space. 4 сотки. Давай-ка фастиком попробуем. Вот так вот. 250. Еще раз фастиком. 500. Все, уходим. 903 рубля. Хочется пробить потолок 900 рублей. Хочу открыть тут кейс за косарь. 990 рублей, который стоит. Я верю, что там... Вот, стой. Собака. Аук. Ну, аук вообще копейки стоит. 300 рублей. Потратил я 440. Ты меня просто слил. Окей, сейчас нахожу кейсик стоимостью 700 рублей. И его разом постараюсь открыть. Да, 500. Нету, да, походу? Походу нет. Ну, давай попробуем, что? Какой? 300. Давай 390 на раз. На раз нам хватает. 382. В принципе, топ-дроп X2 дает. Ну, давай хотя бы до горячичных грез. По 90. Ну, давай еще раз. Ввести ключ. Активировать код. Ежедневные промокода какие-то. Ну, это 4 сотки опять, да? Мы возвращаемся к одному и тому же, что он сливает, окупает. Это плюс. Это, можно сказать, плюс. 920 рублей. Опять он держит нас на одном балансе. Ты надоел. Введите сумму. 61. Ввел сумму. А, минимальный 100. Я понял. Ладно, мы ничего не будем менять. Так, 920 рублей. Знаете, что я хочу попробовать сделать? Где кейс по соточке? Во, кейс. 5 раз. Поехал. Десятилетие. Навали-ка мне сейчас тут нормально. Только не кринжа, пожалуйста, что-нибудь хорошее. По соточке каждую, по 2 соточки, по 3 соточки. Я понял тебя. Давай в контракт все это дело закинем. Я тебя понял. 485 рублей закидываем в контракт. И дает он нам... Давай косарь. Косарь. Пожалуйста, я тебя прошу. 485. То есть 495 мы закинули, 485 он нам дал. Давай 505 рублей, 500. 505 рублей, 463. 505 рублей, 467. 505 рублей, 523. Все, я понял, пошел слив. Значит, здесь ловить нечего. Ну, давай вот этот кейсик, по-моему, что-то более-менее нас окупал. А, да? Извините. Прошу прощения. Извиняюсь, ну, реально, просто не узнал черта, так сказать. А что за слив пошел, ребята? Как дела у вас? Нормально? Все хорошо? Что-нибудь дашь? Че, ничего не дашь, да? Продать все. Нету предметов, да? Ну, давай в апгрейд закинем вот так вот 100 рублей и добавим весь балик. Сколько нам получится добавить? 16 рублей, это 16%. Минимальный апгрейд от 20 рублей. Я, получается, что? Я, получается, все слил.
Ну, давай, погнали дальше. Следующий сайт у нас MyCSGO. Короче, мы перешли на сайт MyCSGO. Ребята, 500 рублей у меня тоже здесь лежит на балансе. Промокод для сайта, он имеется, который дает плюс 40% к пополнению вашего баланса. Называется он STR777, три буквы, три цифры. Промик в описании, ссылки на сайты в описании. Обязательно переходите, юзайте. Промик дает 40% при пополнении от любой суммы. Цель... сделать X10 от своего депозита. Эта цель была на сайте Skinbox, к сожалению, не получилось. Эта цель у нас стоит на сайте MyCSGO, надеюсь, она получится. Я надеялся, что на Skinbox тоже она получится, но там она не получилась. Если здесь не получится, то я, наверное, этот выпуск даже выкладывать не буду. Если вы смотрите этот выпуск, это означает, что у меня получилось достичь своей цели. Не, вот так вот, чуть повыше только сделаю. Так, что у нас по кейсикам? Кстати, вышло много различных кейсов. Крош какой-то, что ли, сайт новый вышел. Не кейс, а сайт. Называется он то ли Крош, то ли Краш. Не, точно не Краш, как-то Крош, что-то такое-то, такое-то. Хочу по нему снять обзорчик. Если вы поняли, про что я говорю, напишите плюсик в комментариях. Если вы хотели, чтобы я вам, ну, типа, сделал обзорчик на этот сайт. Или, может быть, сравнение с каким-то сайтом. Напишите, короче, в комментариях. Оп, неонуар мимо пролетел. К большому фавелению. Так, на два раза нам не хватает. Давай фастиком три раза потом. Попробуем открыть. Экзоскелет может пару соток стоить. На 10 рублей чисто нас окупил. Так, 3 фобоса, нормально, по 3 соточки. Давай-ка обозначимся с тобой. Ты либо меня окупаешь, либо, ну, не сливаешь. Я не хочу подписываться на то, что ты можешь меня слить. Просто давай меня окупи по-хорошему. Азарт сколько? Рубля 3? Ой, сотен 300? 200. Стрелковая дисциплина, шляпа. 300? Ничего себе, когда она начала стоить 300 рублей, стрелковая дисциплина. Она всю дорогу рублей по 40, по 50 стоила. Ну, неплохо. Большая пушка. Слушай, Echo Force Buy мне нравится. Мне нравится кейс Echo Force Buy. Я его раньше всегда, во-первых, крутил. Океанская пена, она тоже стоит рублей 200, да? 361. Слушай, а чё вообще, как дела-то происходят? Может быть, меня сливает везде, потому что... 3 сотки? Может, сливает, потому что я открываю фастом или чё? Ice Cap. 25, ну-ка давай обычным способом. Или он мне сейчас дал, хочет, чтобы я открыл его 10 раз. Не, блять, хотя бы, ну, гипнотически, понятное дело, что это стоит дорого. Но давай попробуем 10 раз, ладно, хрен с ним. 200 рублей остается на балансе, если каждый скинчик по 50 рублей выпадет, то это минимум пятихатка, то есть я в любом случае не в жопе буду находиться. Но, не, отбой. От чего? Когда подорожали эти все скины дешманские? Ну вот, минус пятихатка, ну ничего страшного. Слушай, блин, ну я тебе скажу, что это здорово, прикольно. Я скажу тебе, что это прикольно. Давай CS2, новенький относительно кейсик. Попробуем покрутить, получится, может быть, вдруг что-то здесь выбить хорошенькое. Вот золотую спираль, к примеру. Нет, дал вообще полную срань. Потратил 850, дал 600. Может быть, сейчас Ахерон, Жирнов может стоить? Нет. Нет. Начинаем сливать. Давай iPhone 14 один раз откроем. Давай что-нибудь за косарь плюс. Вот, спокойненько открыл, медленным способом. Ты байтишь, урод. Зачем ты байтишь? Зачем байтить вообще, не понимаю. Ты забайтил меня, что как будто бы сейчас выпадет нож стилет убийства за 45 тысяч рублей. Давай сейчас. Но не Bloodsport только, хотя бы не Нуар бы дал. Bloodsport тоже пару соток стоит. А ты можешь выдать что-нибудь в плюс или нет? Походу не может. Так, я вынужден обратиться к майнинг кейсам. Открыть по 10 раз, один раз все это открыл. Майнинг кейс нам дает 3200. Я безэмоциональный, потому что я не понимаю этот сайт. Я не понимаю, он дает норм, потом берет, сливает. Сейчас просто у меня остается 500 рублей, он почти меня полностью слил. Он мне сейчас дает авик и сейчас дает эмку. Итого у меня на балансе уже почти 5000 рублей. Я почти выполнил свою цель. Как понимать, я не понимаю. Ребята, 6000 рублей на балансе. Отнести это к тому, что это полный рандом и тут нету никаких шансов, да хрен знает. Но я верю в систему, то, что он где-то окупает, а где-то сливает поочередно, да? Но вот систему шансов хочется верить, что у всех шансы одинаковые, и это просто обычный рандом. Ну как еще это объяснить, когда ты открываешь много кейсов, тебе выпадает нихера, открываешь дешевый кейс, тебе выпадает там на 5000 рублей. Сейчас самое главное правильно распорядиться этими деньгами. Открываю за двушку кейсик, где есть скины, которые могут выпадать по 5, по 4 тысячи рублей. Ну, Цербер, блин, распространение бы. Цербер вообще копейки стоит. Но не точно не
не на 2185 рублей. Так, Apple Vision, окей, нет. Короче, я предлагаю зайти в апгрейд и на баланс сделать 5000 рублей. X10 же у нас наша цель. Это сделать 5000 рублей. Просто выбрать отсюда какой-нибудь скинец по типу... По типу, что можно выбрать? Да давай вот эти перчи, 5200. 5200, вот так вот, раз, все норм. По 178 рублей. Ну, давай попробуем. Я не знаю, сколько у нас будет попыток. Но если зайдет на 1.91... Кстати, а что с сайтом? Почему ты лагаешь-то, я не понимаю. 2.27. Надо было просто перезагрузить сайт, а то он у меня лагал почему-то. Че, я думаю, до двушечки, наверное, мы сейчас сольемся. Вот здесь вот попробуем выбить на 2.27 на лоу-апгрейде. Постараемся выбить, если получится, конечно. Все, не получилось, и последний раз все не получилось. 1800 рублей. Блин, ну если майнинг кейс нам дал, давай попробуем его еще раз вот так вот. Просто, ну, всякое может быть. Вдруг сейчас еще что-нибудь навалит. Давай через F5 попробуем. Сколько раз? За 4 открыть. 2, 3, и последний раз 4. Идем сюда и смотрим. Так, выпало. Окей. На сколько выдал? Ну, рублей на 500, наверное, да? Надо просто немножечко камбэкнуться, чтобы было хорошо. Так, все, остальное шир. 2 косаря на балансе. Давай вот этот азимов. Давай каждый по 2 раза мы сейчас попробуем открыть. Может быть, в каком-нибудь выпадет что-нибудь за 1000 рублей плюс. Ну, всякое может быть, мы же понимаем. Азимов нас обосрал. Давай попробуем вот этот, следующий. Это что у нас, Сайрекс получается? Бля, Сайрекс, кстати, вообще некрасивые скины. Никакой скин из Сайрекса некрасивый, согласитесь. Какой вам больше всего нравится? Мистер Ай, Хайпер Бист, Сайрекс? Или что-то может быть из другого, не знаю, неоновая революция. Что из этого нравится, напишите в комментах, мне вот реально интересно почитать. Как по мне, самый красивый, наверное, это будет Hyper Beast и Азимов. Ну, Азимов такой уже в целом самый дорогой среди всех скинов. Так, почему я открыл его один раз только? Надо его 2 раза открыть. О, 2 эмочки по 4 сотки плюс рубль. Нормально. Рубль насыпал, это уже хорошо. Так, поехали дальше. Механопушка. Тоже открываем его 2 раза, хотя мы его только-только открывали. Ну, всякое может быть, может навалит. Кто его знает? Как сейчас вот узнать, навалит он или не навалит? Идем дальше. Я вообще до сих пор хроматические аберрации. До сих пор я не могу понять название этого сета, что он имеет в виду. Что такое хроматические аберрации или аберреции какие-то, блядь. Окей, погнали дальше. Неоновая революция. Давай последний разочек. Я тебя понял. Так, ну какие есть у меня предложения? Как мы можем эти 1600 рублей превратить в 5? Вообще это реально или нереально? Давай, ну, поехали открывать дорогие кейсы. Стараться выбить нормально что-нибудь дорогое. Может быть, у нас получится. Вот тут чуть-чуть бы докатился. В целом это 0, можно сказать. Давай еще раз пастиком откроем. Это слив на 500, на 600 рублей даже слив. Так, давай еще. Ну, пена, это 4 сотки, 8 соток, в общем. Плюс 300 рублей, окей. Здесь тоже слив. Так, я предлагаю 965 рублей. Просто мы сейчас делаем что? Мы сейчас быстренько открываем майнинг кейсы авиков. Ой, авиков, говорю, азимов. На весь баланс. Что выпадет, то выпадет. Ну, ни на что рассчитывать не буду. Давайте так, если сейчас выпадает что-нибудь за 2000 рублей плюс, я продаю и ставлю на апгрейд на 5000 рублей. Договорились? Сделаем так. Переходим сюда, продать все. 6868 рублей. А что мне выпало, погоди? P250. Самый первый выпало М-ка. Нормально. Я делаю так, как я сказал. Заходим сюда, ставлю 5000 рублей. Выбираем здесь перчи, вот эти, которые были у нас. Добавляем баланс. 33%. У меня выключилась вебка и зашел апгрейд на 33%. Ребята, 2500 я поставил на апгрейд. Все, вебка вернулась. Всем салам. 2500 поставил на апгрейд, 5000 рублей залутал. Ребята, просто сейчас берем вот так вот. Нет, не ягуар. Сейчас выбираем какой-нибудь ликвидный скин, который стоит 5000 рублей, который я в перспективе смогу потом спокойно продать. И на него тоже ставим. Ну, в принципе, распространение давай. Просто весь балик мы с вами вот так вот сделаем. Получится что-нибудь выбить? Нет. Но цель я свою выполнил, сделал X10. Я хотел, чтобы я сделал на скинбоксе X10 и здесь на X10. Но, к сожалению, что получилось, то получилось. В целом, если подводить итоги, ребята, получилось у меня с 500 рублей сделать 10 тысяч рублей. Зашел второй апгрейд, сделать 10 тысяч рублей. Зашел второй апгрейд, итого 10300 рублей будет под вывод, ребята. Не забывайте про промокод, который называется STR777, который дает плюс 40% к пополнению вашего баланса на сайте MyCSGO. Вводите сумму тут любую, хоть 50 тысяч, хоть 5 тысяч рублей, хоть 500 рублей, хоть 50 рублей. Все равно 40% будете получать на свой баланс. Промокод от моей головы в описании под этим видео. Ссылка на сайт MyCSGO и скинбокс будет также в описании. На экране 4 ролика, кликайте на один из них и продолжайте просмотр моего контента. Всем пока.